Атлантический океан. Глубина 4000 метров. Здесь покоятся обломки легендарного лайнера «Титаник». Груды ржавого металла, среди которого бутылки дорогого шампанского. Им угощали пассажиров первого класса. На борту тогда бурно отмечали первый рейс океанского колосса. Как же славно начинался тот вечер. Сверкание бриллиантов, аромат дорогих духов, меха ценой в десятки тысяч долларов. Дамы в вечерних платьях и джентльмены в смокингах танцуют в палубном ресторане под музыку знаменитого джаз-бенда. Изысканные закуски на столах, шампанское рекой. Кто-то предлагает тост за капитана Эдварда Смита. Он тоже здесь, в этом зале. Широкоплечий красавец, атлет, с аккуратно подстриженной седой бородой. Он надежный, словно титан. Он излучает спокойствие и уверенность. Капитан Смит тоже предлагает тост за самый лучший в мире непотопляемый корабль. Четвертые сутки плавания. Вечером на палубах сотни людей. Пассажиры любуются красотами Атлантики и даже не замечают, как на гигантский корабль опускается ночь. Последняя ночь «Титаника». «Титаник» затонул 15 апреля 1912 года в Атлантическом океане. Эта трагедия потрясла мир. Миллионы людей молились в память о погибших. Но после первого шока все чаще и громче звучал вопрос, кто виноват в этой катастрофе? Это была преступная халатность экипажа или, может быть, диверсия? А возможно ли, что крупнейшее морское крушение 20 века было подстроено, и за этим стоит многомиллионная финансовая махинация? Где разгадка тайны «Титаника»? Апреля 1912 года Англия провожала в первое плавание суперпароход «Титаник». Еще до рейса газетчики окрестили громадину высотой с 10-этажный дом гордостью Британии. Чарующая красота линий, невиданные размеры, длина 269 метров, почти три футбольных поля, уникальная мощность двигателей, роскошь отделки кают и салонов первого класса. Не корабль, а плавучий дворец. Но главное достоинство нового судна определялось одним словом – непотопляемое. «Титаник» строили на верфях Ливерпуля по уникальным технологиям. Все были уверены, что «Титаник» – такой гигантский корабль, вряд ли подвержен каким-то морским испытаниям. Он любые морские испытания выдержит. Айсберга он не выдержит. Для богатейших людей Европы и Америки отправиться в рейс номер один по маршруту Саутгемптон-Нью-Йорк на таком корабле было не только удовольствием, но и показателем жизненных успехов, причастности к кругу избранных. «Титаник», как писали газеты той поры, это трансконтинентальный, быстроходный, непотопляемый отель класса люкс. Корабль мечты, корабль миллионеров. Задолго до фешенебельного круиза сногсшибательным ценам знаменитости из высшего общества забронировали все каюты первого класса. Вторым классом собирались путешествовать пассажиры поскромнее, но тоже люди состоятельные. Третий класс в основном для иммигрантов из Европы, которые ехали в США искать лучшие доли. Для того, чтобы купить билет третьего класса на этот корабль, простой рабочей европейской семье нужно было копить 5 лет, чтобы заработать на этот билет. То есть люди 5 лет копили право на то, чтобы стать, в общем-то, так сказать, участниками такой драматической истории. 14 апреля, 22:40. В радиорубке «Титаника» получают радиограмму с другого судна. Пароход «Калифорния» движется параллельным курсом. Его радист предупреждает о большом скоплении айсбергов. «Мы окружены льдами», радирует с борта «Калифорнии». «Передаем наши координаты». Радист «Титаника» Брайт грубо отвечает коллегам: «Заткнитесь, вы сбиваете мой сигнал».
что же за экстренное послание отправлял он в те секунды в эфир? Оказывается, просто телеграмма пассажира первого класса своим друзьям в Америку. Ах, как здорово плыть на этом чуде света! Радиограмма о скоплении льдов вокруг «Титаника» на капитанский мостик так и не поступила. Примерно через час, а если точнее в 23:36, матрос Фредерик Флит, дежуривший высоко на мачте в специальной корзине, моряки называли ее «Воронье гнездо», заметил огромную глыбу льда. Он немедленно ударил в рынок. На мостике в это время находился первый помощник капитана Уильям Мердок. Его команда лево руля, задний ход, опаздывает на какие-то секунды. Лайнер не успевает уклониться от удара айсберга. Подводной частью «Титаник» цепляет айсберг. И на протяжении около 100 метров от точки касания по правому борту, приблизительно до сих пор, условно говоря, он получает множество пробоин. Но это еще не катастрофа. Ледяная глыба, словно пробка, торчит в пробоине. Машина «Титаника» остановлена, но он пока на плаву. 23:42. На мостике появляется встревоженный капитан. Первая же его команда – роковая ошибка. Немыслимая даже для новичка. Средний перед. Через эту команду Смита, в течение первых 15 минут после столкновения с айсбергом, «Титаник» получает 3000 тонн воды на правый борт. Это начало конца. На корабле паника. Люди бросаются к спасательным шлюпкам. За этим следует еще одна роковая ошибка капитана Смита. Он командует. Первыми садятся женщины и дети. Большинство мужчин выполняет этот приказ. И первые шлюпки спускаются на воду в полупустыню. Позже эксперты установят, при полном заполнении лодок могли бы спастись еще как минимум 550 человек. В очереди на посадку стояли муж и жена Штраус, пассажиры первого класса. Сидор и Ида – богатейшие люди, основатель сети самых фешенебельных магазинов Мэйси в Нью-Йорке. Помощник капитан Лайт Толлер четко выполнял указания Смита сажать в шлюпки только женщин и детей. Ида Штраус села в шлюпку, а Сидора не пустили. Когда не пустили мужа, она вышла из шлюпки и сказала: «Жизни и смерти, как когда-то клялись». Сели рядом на лавочку, и больше их никто не видел. Полночь уже серьезно ощутил крен корабля. Капитан теперь точно знает, «Титаник» обречен. Сигнал тонущего гиганта о помощи слышат 16 судов, но ближайший из них в 58 милях. Только в 4 часа утра капитан Ростран, ведущий на предельной скорости сквозь льды свой пароход «Карпатия», придет в район крушения и подберет первую шлюпку со спасенными. Мир содрогнется, узнав от них подробности катастрофы. Человек на борту судна, и помощь пришла довольно поздно. Это было ужасно, и это, в общем, для людей всего мира, это был как, в общем, ушат холодной воды. 8 дней спустя после трагедии спасенный пассажир «Титаника» Лоренс Бисли вспоминал. Сначала под воду ушел нос с железной громадины, а потом начала медленно подниматься над поверхностью океана его корма. Все выше и выше. Свет в салонах внезапно исчез. И тут раздался грохот, который можно было услышать на миле. Тогда мы, счастливчики, успевшие забраться в шлюпки, услышали страшные крики наших товарищей, которые боролись со смертью в ледяной воде. Они звали на помощь, которую мы не могли им оказать, потому что наша шлюпка и так была уже перегружена. Когда стала вода поступать в корпус корабля, в какой-то момент после удара, разумеется, герметичность стыков была нарушена во многих местах.
А из-за того, что стенки этого самого бункера тоже были стальные, от сверхвысоких температур при горении угля они тоже уже были достаточно сильно деформированы, в итоге произошел прямой контакт огромной массы раскаленного угля с забортной водой. Образовался огромный объем пара, где-то в этой области произошел взрыв. 2:15 ночи. «Титаник» уходит под воду. А с ним почти 1500 пассажиров и членов экипажа. Спаслось 708 человек. Им повезло, был почти полный штиль, вот как сейчас. И волны не захлестывали лодки. Утром потрясенных и измученных людей начал подбирать теплоход «Карпатия». Немного позже вокруг места гибели «Титаника» матросы с проходящих мимо судов пытались найти на поверхности воды вещи, которые еще не успели уйти на дно. Но тщетно. Позже, уже в Нью-Йорке, спасенные вспоминали, отправившись от первого шока. Почти все, что представляло для них маломальскую ценность, включая документы, утонуло вместе с «Титаником». Они и предположить не могли, что через 83 года кое-что из потерянного навсегда будет найдено. В 1995 году для подводных съемок своего нового фильма «Титаник» голливудскому режиссеру Джеймсу Кэмерону понадобились глубоководные аппараты. Из предложенных ему новинок Кэмерон выбирает сверхнадежные, испытанные в сотнях погружений российские глубоководные системы «Мир». К тому же именно они уже спускались к обломкам «Титаника». Вместе с одним из создателей аппаратов Анатолием Соголевичем и его командой режиссер десятки раз погружался в океанские глубины, чтобы досконально изучить и снять на видеокамеру остов гигантского лайнера. И вот мы видим палубу, ржавую палубу, там якорные цепи, там вот, значит, передняя эта вот мачта с кранбалкой. Ну и вот дальше там, значит, надстройка. Первое, в общем, ощущение такое чисто человеческое. Почему все это произошло? Всеобщему изумлению акванавты находят на дне в груди искореженного металла немало изящных вещиц начала 20 века. В первую очередь сохранилось то, что не было подвластно разрушительному действию соленой океанской воды. Очень много посуды. Китайские сервизы, вот эти чашки там, блюдца, все это лежало. Полки уже сгнили, а это вот лежало прямо на осадке. Ну и там всякие тазы, кувшины, чайники. Вот, вот этого было много. Люстры вот, бронзовые. После крушения на поверхности долго плавали детские игрушки и туфельки. Потом они ушли на дно вместе со всеми личными вещами пассажиров и экипажа. Туфелек сохранилось всего две пары. Сейчас они превратились в ценные музейные экспонаты. Это, пожалуй, самая пронзительная память о чудовищной морской катастрофе 20 века. В Барселоне в этом году на мемориальной выставке экспонировались ботиночки девочки Лизы Нок, которая вместе с семьей плыла третьим классом и погибла на «Титанике». Вот ее ботиночки. Пассажиров третьего класса долго не пускали к спасательным шлюпкам, поэтому спаслись из этих кают единицы. Третьим классом из Британии в Америку ехали в основном многодетные семьи, которым Соединенные Штаты казались тогда землей обетованной. Когда был какой-то момент, сначала погас свет, потом стали раздаваться душераздирающие звуки крушащегося металла, рвущихся стальных конструкций. Хлестает ледяная вода, и родители понимали, что и они, и дети обречены, что пережили в эти мгновения. Родители! По горячим следам весной 1912 года сначала в Нью-Йорке, а затем в Лондоне началось расследование по делу о гибели «Титаника». Были опрошены более 100 свидетелей. Рассматривались различные версии и причины трагедии. Материалы следствия составили том 1200 страниц. Официальное судебное заключение гласило: гибель лайнера
произошла от столкновения с ледяной горой, что, в свою очередь, объяснялось высокой скоростью, с которой вели «Титаник». Что удивительно, суд так и не назвал виновников катастрофы из числа членов экипажа, которые несли вахту в ту роковую ночь. Однако, будто сговорившись, газеты Европы и Соединенных Штатов чуть ли не ежедневно помещали на первых полосах фотографии человека, который по морским законам в первую очередь должен отвечать за любое происшествие на борту. Это капитан «Титаника» Эдвард Джон Смит. За неделю до трагических событий капитан Смит заявил в интервью газете «Нью-Йорк Таймс»: «Я не могу представить себе происшествие, которое заставит затонуть мой корабль». И Смит знал, что говорил. Он имел в виду новейшие двигатели, двойной корпус корабля, водонепроницаемые отсеки и автоматически закрывающиеся двери между ними, что невероятно повышало плавучесть «Титаника». Смит похвалил и свою команду. Это бравые парни и отличные моряки, равных которым нет в мире. И о своих достижениях Смит тоже упомянул. «Вы не найдете ни единого случая, чтобы упрекнуть меня в ошибках на воде». Матерый морской волк действительно слыл лучшим капитаном судоходной компании White Star Line. Именно ей принадлежал «Титаник». Ему доверяли больше других. И платили тоже. Газеты писали о безупречной репутации Смита, о его опыте, безаварийной работе в течение 30 лет. Но это было до трагедии «Титаника». А после нее открылись совсем другие факты. В 1889 году пароход «Репаблик» под командованием Смита сел на мель у входа в Нью-Йоркскую гавань. Труба парохода раскололась. Трое матросов погибли, семеро изувечены. Через год веренный ему пароход «Коптик» сел на мель в гавани Рио-де-Жанейро. Еще через год пожар на пароходе «Мажестик» под командованием Смита. Однако в 1904 году Эдвард Смит получил звание коммодора «White Star Line». С этого момента он водит только флагманы компании. Но уже через 2 года в порту Ливерпуля произошел еще один пожар на его пароходе «Балтик». Но и это еще не все. Чуть позже капитан Смит умудрился посадить на мель у входа в гавань Нью-Йорка свой очередной пароход «Адриатик». Когда он был на траверсе Нью-Йоркской бухты, он, так сказать, налетел, там есть такая отмель, называется «Биг Бэнк», он налетел на отмель и повредил винт, главный ходовой винт. В итоге, в общем, собственно, корабль вывезен из строя. Но руководство White Star Line словно не замечало промахов капитана. Именно Эдвард Смит в мае 1911 года был назначен на новый гигантский флагман компании – «Олимпик». Здесь кроется малоизвестная, даже в среде современных исследователей морских катастроф, важная деталь. «Титаник» был вторым лайнером того же класса, что и «Олимпик». Почти стопроцентной копией корабля, который к первому рейсу «Титаника» уже 12 раз пересек Атлантику. «Титаник» всего на 8 сантиметров длиннее «Олимпика» и немного больше водоизмещения. В остальном они близнецы-братья. И когда коммодор Смит вывел «Олимпик» в свой первый рейс, его лайнер столкнулся с боевым крейсером «Хоук». «Хоук» получил тяжелейшие повреждения, причем, что удивительно, тоже в правый борт, как и «Титаник». Ну, кроме того, что в итоге английский суд и адмиралтейство признали виновным в этом происшествии судоводителя Смита, и, соответственно, финансовые последствия ложились на корабельную компанию «White Star Line». Но даже после такой аварии Эдвард Смит был назначен капитаном «Титаника». А что, может быть, в компании «White Star Line» было плохо с кадрами? Или, может быть, им было все равно, какие штрафы платить за своих нерадивых судоводителей? Мы нашли ответы на эти вопросы. Итак, вечером 14 апреля 1912 года капитан Смит приказал вести «Титаник» на предельной скорости 20 узлов. Зачем он это сделал?
С какой целью? Напомню, самым быстроходным судам того времени решением маститых профессионалов морского дела присуждалась так называемая «голубая лента Атлантики». Особый знак, высшее отличие для любой судоходной компании. Кроме престижа, наши корабли самые быстрые. Победители привлекали к себе на борт больше пассажиров, чем другие суда. Иногда в 3-4 раза. К тому же владельцы самых быстроходных лайнеров Англии получали от правительства огромные субсидии. Игра стоила свеч. Рекордсменами скорости тогда считались два британских парохода. Оба обладатели голубой ленты. Мавритания и Лузитания, которыми владела компания Cunard Lines. Руководство White Star во что бы то ни стало стремилось обойти конкурента. Главным козырем в борьбе за голубую ленту стал «Титаник», которым управлял капитан Смит, готовый подчиниться любым, даже опасным приказам хозяина. Смиту на момент выхода в море было 62 года, и объявлялось, что это его последний рейс, и после совершения рекордного перехода из Саутгемптона в Нью-Йорк он с почестями уходит почивать на лаврах. Капитану и его семье во что бы то ни стало нужно было получить большую премию за этот последний рейс перед уходом на пенсию. Жена капитана, Сара Элеонора, привыкла вести хозяйство на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Кроме того, их дочери, юной Хелен Смит, нужно было дать приличное образование и обеспечить хорошее приданое к будущей свадьбе. Вот почему капитан Смит приказал выжимать из машин «Титаника» все возможное даже ночью, чтобы обойти конкурентов. Для пассажирских судов того времени скорость 27 узлов была невероятна. А теперь представьте себе, что эта гонка проходит ночью в окружении айсбергов. Видимость практически нулевая. Это даже не риск. Игра со смертью. Виновен, однозначно виновен. Если он хоть 1% был связан с тем, что ты увеличив скорость и безопасность уменьшится, ты виновен. Эдвард Джон Смит погиб вместе со своим кораблем, как положено настоящему моряку. В последние мгновения своей жизни он стоял на капитанском мостике. Трагическая судьба постигла и музыкантов «Титаника». Они продолжали играть, когда корабль уже тонул. Дирижер Джон Хартли думал, что так будет легче гибнущим пассажирам прожить их последние мгновения. Вместе с ними оркестр и ушел в темную бездну океана. Потом тело Джона Хартли найдут. Хартли, будучи помолвленным незадолго до выхода в море, имел с собой скрипку, которую подарила ему невеста. Когда Хартли подняли из воды, к его телу была привязана эта скрипка. Скрипку передал отец покойного невесте. Канул в пучину единственный среди членов экипажа «Титаника», подданный Российской империи. Это был нижегородский дворянин, полковник в отставке Михаил Жадовский. Ему было доверено хранить судовую кассу. Наступил место в шлюпке француженки некой, сам погиб. Она, в общем, сохранила память о нем. И вот то, что именно этот человек ей спас жизнь, это вот история поэтому сохранилась. Больше российских подданных среди тех, кто вышел в этот роковой рейс, в списках не значилось. Сотни изломанных судеб из-за элементарных нарушений морских законов, алчности, жажды сорвать большой куш. И бизнес на «Титанике», точнее на его трагедии, продолжается и в наши дни. После первых погружений российских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» к месту гибели суперлайнера, к останкам знаменитого корабля спускались и другие. Только не все для научных исследований и съемок. Французы провели еще две экспедиции на «Титаник» и очень хорошо почистили дно. Ну, в общем, почистили дно, ну, вроде бы для музеев. И, наверное, самые такие вот дорогие предметы и самые, в общем, значимые, они, видимо, все-таки осели где-то в частных, значит, коллекциях. Потому что были и аукционы,
предметов с «Титаника», и все продавалось по баснословным ценам. Баснословной была и цена преступных действий. Но только ли капитана Смита? Многие исследователи до сих пор утверждают, что стремление хозяев корабля любой ценой выиграть безумные гонки «Голубую ленту Атлантики» стало главной причиной катастрофы. Однако есть еще одна сенсационная версия гибели «Титаника». О ней больше 100 лет предпочитали молчать даже самые смелые эксперты Европы и Соединенных Штатов, которые, казалось бы, до мелочей изучили подробности рокового рейса. Теория страховой аферы, мощной, страшной по своему цинизму и последствиям, но грамотно, так сказать, простроенной с точки зрения сюжета и результата, она имеет место быть, и более того, в общем, есть объективные основания полагать, что что-то подобное могло быть. По этой версии, 15 апреля 1912 года в Атлантике якобы затонул не «Титаник», а его близнец «Олимпик». И катастрофа эта была тщательно спланирована хозяевами лайнера. Оба корабля принадлежали американскому мультимиллионеру Джону Моргану. Следуя положениям о страховой махинации, он мог отправить в рейс поврежденный, только что отремонтированный «Олимпик» вместо нового с иголочки «Титаника». Нужно было только поменять название на борту. В пользу этой версии говорят те факты, что с достраивающегося еще «Титаника» реально снимали отдельные узлы и агрегаты для того, чтобы восстановить поврежденный «Олимпик». Два колосса были почти на 100% идентичны. После косметического ремонта «Олимпика» даже опытные специалисты не смогли бы увидеть разницу между близнецами. Сторонники страховой аферы утверждают, что капитан Смит получил задание от хозяев устроить аварию в океане, по возможности без жертв. Гигантское судно должно было получить пробоину, ну, допустим, от айсберга, в любой из бортов. После этого лечь в дрейф и ждать помощи других судов. Ведь «Титаник»-то не потопляем. Даже если при этом погибнет несколько человек, это ничто по сравнению с миллионами, которые получат хозяева компании. Что из этого получилось, мы знаем. А выгоды были действительно баснословны. За повреждение абсолютно нового корабля компания White Star Line могла получить огромную страховую премию. Она с лихвой покрыла бы не только убытки от ремонта «Олимпика», но и почти всю стоимость производства «Титаника». Джон Пьерпонт Морган вел переговоры с компанией Lloyd's о страховании «Титаника» на астрономическую сумму в 1 миллион фунт стерлингов. По тем временам фантастическая сумма. Было еще одно обстоятельство, сопровождавшее выход «Титаника» в свой трагический рейс. Когда он выходил в море, на его борту был пожар. Горела угольная пыль и крошка, которые в избытке загрузили в лайнер в порту Саутгемптона. Это не остановило отплытие супергиганта. Пожар команда гасила уже на ходу. Пассажиры об этом, конечно, ничего не знали. Ну и наличие такой, мягко говоря, неприятности на борту создавало благоприятные условия для возникновения страхового случая, а впоследствии получения страховки. В подтверждение сенсационной версии о страховой афере ее сторонники приводят и другие доводы. Хозяин «Титаника» Джон Морган за несколько часов до отплытия в гибельный рейс неожиданно отказался от путешествия. Более того, он дал телеграммы нескольким своим знакомым с убедительной просьбой на борт не подниматься. Среди этих людей сталелитейный магнат Генри Кляйфрик, американский посол во Франции, миллионер Вандербильт с супругой и еще больше 50 VIP-пассажиров. В этом случае объяснимо назначение капитаном корабля Эдварда Смита. Если от общественности и прессы его бесконечные провинности в плаваниях можно было скрыть, то владельцы компании знали все. Выполнил он приказ, устроив в океане небольшую аварию. Ему гарантирован не только почетный уход на пенсию, но и немалый гонорар за верность хозяевам и сохранение тайны о плане Моргана. За ним
страшное судебное дело с огромными исками по поводу повреждения «Олимпика». Надо это компенсировать, поэтому ну, кто лучше подходит на роль послушного капитана, который будет делать ровно то, что ему скажет хозяин. Отсюда абсолютное пренебрежение мерами безопасности, которые допускает Смит при судовождении, двигаясь в условиях плохой видимости ночью и большого количества плавучих льдов. Смит знал об этом. Минимум 6 раз он был предупрежден о том, что есть плавучие льды. Чудовищные по безграмотности действия некоторых членов экипажа корабля, сначала помощника капитана Мердока, а затем самого капитана в момент сближения с айсбергом, тоже можно объяснить их участием в страховой афере. В эту же преступную схему легко вписываются и другие события последней ночи «Титаника». У вперед смотрящего на мачте не было даже бинокля. Не было стекла, которое защитило бы его от порывов холодного ветра. Он слишком поздно заметил плавающий айсберг. Дальше началась целая цепочка гибельных совпадений. После команды первого помощника Мердока «Лево руля и полный назад» последовала капитанская «Средний вперед». После этого айсберг вспорол днище «Титаника», словно консервную банку. Согласитесь, все это выглядит убедительно. Но у гипотезы тщательно законспирированной аферы есть определенно слабое место. К этому процессу должно было причастно очень много людей. Для того, чтобы сохранить эту тайну, надо было, чтобы вместе с кораблем ушли на дно морское, исчезли все свидетели этой аферы. Но вероятность такая существует, отрицать ее нельзя. Если хозяева White Star Line действительно спланировали такую аферу, то на ее трагическое завершение никак не рассчитывали. Ни сам Морган, ни директор компании Джозеф Брюс Исмей. Великий, непотопляемый. Эти характеристики придумал для «Титаника» именно Исмей. Это ему было приказано отправиться в рейс, чтобы контролировать происходящее. И это он, растолкав женщин и детей, чуть ли не первым забрался в спасательную шлюпку, когда шел ко дну обреченный лайнер. Исмей потом всячески доказывал, что он ни в чем не виноват. Он судился, он всячески доказывал, что, так сказать, его оклеветали. Вот, ну, собственно, так вот заклеймленным раз навсегда и впоследствии ставшим изгоем по обе стороны океана, а в английском обществе навсегда, потому что он оказался не джентльменом. А пассажирам третьего класса, чете Линду из Швеции, места рядом с Джозефом Исмеем не нашлось. Муж и жена прыгнули в воду и даже успели доплыть до спасательной шлюпки. У него хватило сил залезть в лодку. У нее сил уже не было. Он схватил ее за руку и тащил через борт, пока не понял, жена мертва. Он выпустил руку своей жены, ее звали Герда, упал на дно лодки и умер. От сердечного приступа умер прямо здесь, на дне этой самой шлюпки. С руки, уходящей на дно морской жены, у него в ладони осталось кольцо. Кольцо оказалось вместе с ним, но он уже мертв, вернул это кольцо на дно шлюпки. Это кольцо до сих пор хранится в мемориальном музее «Титаник». И что, все эти люди погибли из-за чьей-то корысти? Неужели на дне Атлантики покоится не «Титаник», а его близнец «Олимпик»? Российский ученый Анатолий Сагалевич, который многократно спускался на 4-километровую глубину к останкам лайнера, для себя нашел ответ на этот вопрос. Есть очень много доказательств того, что это был действительно «Титаник». Экипаж глубоководного аппарата «Мир» провел уникальные собственные исследования. Подводные камеры с помощью специальных гибких шлангов завели вглубь корпуса «Титаника». Снималось все, что осталось внутри, все внутренние помещения «Титаника». И надо сказать, что по своему, значит, устройству внутри «Титаника» и «Олимпия» они разные. Вот, там рестораны расположены, значит,
по-разному. Там в другом месте, например, вот финская баня и так далее. Мы все это видели. Мы все это видели, когда вот модули были внутри на экране. После съемок эта версия отпала полностью. Это веские доводы. Однако у сторонников этой версии есть не менее убедительные аргументы. Первый исследователь останков корабля доктор Роберт Баллард еще в 1986 году якобы обнаружил в корпусе судна водонепроницаемую переборку, которая не была указана в технических характеристиках «Титаника». Словом, спор о том, «Титаник» или «Олимпик» лежит в пучине океана, продолжается. Доподлинно установить, «Олимпик» или «Титаник» выходил в море, можно было бы только одним образом, посмотрев так называемые килевые номера. Вот какой идентификационный номер у корабля, который находится на дне океана, и, соответственно, «Титаник» и «Олимпик», мы, по крайней мере, вряд ли когда-либо узнаем. Вообще, история «Титаника» полна малообъяснимыми фактами, которые еще больше запутывают ответ на вопрос, что же стало причиной одной из самых страшных морских катастроф 20 века. Мы поднимали там несколько кусков металла и, значит, отдали его для анализа в Бетфордский океанографический институт. Они, значит, анализировали химический состав. И они нашли, что в металле много серы, которая придавала ему хрупкость, лишала его, так сказать, эластичности. Получается, что если бы не сэкономили на металле, корпус «Титаника» не был бы так сильно поврежден. Ответ мы вряд ли получим. Потому что судоходную компанию White Star Line ликвидировали в 1935 году. Почти вся документация о кораблях, экипажах и морских происшествиях исчезла вместе с компанией. И никаких копий в государственных запасниках. А чуть позже, в 1938 году, был разрезан на металлолом лайнер «Олимпик». А вместе с этим исчезла и возможность идентифицировать оба корабля по номерам проекта. В довершение всего, в 1940-м немецкая бомба попала в архивное здание Лондона. Был пожар. В нем сгорели чертежи «Титаника», которые хранились в уголовном деле по факту его гибели. Копий тоже не осталось. Историки разводили руками. Наваждение какое-то. И, конечно, вспоминали о самом поразительном. Мистическая история, которая потрясла Британию уже после гибели «Титаника». В середине 90-х годов 19 века старый моряк по фамилии Робертсон написал повесть о крушении корабля. Мало кто прочел тогда это сочинение очередного графомана. Но после трагедии в Атлантике книга моментально стала бестселлером. За 14 лет до гибели, за 12 до строительства описал корабль абсолютно, так сказать, в деталях похожий на «Титаник» и предсказал его гибель, включая середину апреля, ночь, количество пассажиров на борту и так далее. Мистическая составляющая. Есть среди версий и абсолютно земные. Одна из спасенных, англичанка Эмили Ричард, утверждала, что во время крушения «Титаника» капитан был попросту пьян. Он все время сидел в ресторане и пил, телеграфировала она своим родственникам. И что можно было ждать от такого моряка? Именно капитан виноват в гибели моего бедного брата и других несчастных, написала она. Однако следователи сочли эти доводы результатом сильнейшего стресса, который, безусловно, был у всех выживших пассажиров. Такие заявления тогда даже и не рассматривали. Как не принимались всерьез совсем уже нелепые гипотезы. Самая фантастическая из них гласит: «Титаник» потопила торпеда германской подводной лодки. 1912 год – это преддверие Первой мировой войны. Мир был накален, провокаций на море и на суше действительно хватало. Но не в случае с «Титаником». Ночная торпедная атака в условиях той поры была невозможна. По одной простой причине, что
средств навигации управления вооружением подводных лоток образца 1912 года. Это был, по большому счету, поднятый перископ. Иметь подводную лодку, которая могла бы двигаться со скоростью близкой скорости «Титаника», знать настолько в деталях маршрут «Титаника», чтобы вот с точностью до миллиметра встретить «Титаника» именно возле того самого пресловутого айсберга, чтобы потом все списать на айсберг, на этой же области, знаете, даже не фантастики, а просто, так скажем, досужих фантазий. Каких только версий трагической гибели «Титаника» не родилось за 100 с лишним лет. О них до сих пор горячо дискутируют ученые, их принимают или отвергают. Но есть неоспоримые уроки этой катастрофы. «Титаник» стал символом человеческого тщеславия. Большой бизнес за большие деньги построил мечту и назвал ее «Непотопляемой». Потом эта мечта должна была приносить еще большие деньги. А вместо этого она принесла смерть, горе и страдания тысячам людей. На дне Атлантики с каждым годом все глубже и глубже уходят в ил и песок проржавевшие плиты. Все, что осталось от великого океанского лайнера. И он все глубже уносит с собой неразгаданные тайны, которые больше века будоражат умы. Тайны последней ночи «Титаника».